Я много лет работала в Российской академии наук и знаю ситуацию изнутри. Конечно, преклонный возраст академиков не является каким-то негативным фактором, нам вообще необходимо перестать дискриминировать людей старшего поколения. Реальной причиной недостатка молодежи в российской науке является низкий объем финансирования грантовых программ. Поэтому, если мы хотим, чтобы в Академии наук было больше молодежи, необходимо просто увеличить финансирование российской науки на грантовой основе. Вот такая именно реформа нужна. То, что сейчас происходит, мне кажется, навряд ли будет иметь какие-то долгосрочные позитивные последствия.